чего вы желаете в 2023 году? Самое главное, чтобы не было, чтобы был мир везде, чтобы люди были здоровы. Самого лучшего, хорошего. Безработицы, чтобы меньше было. Побольше денег. Чтобы не благодаря войны не было, чтобы быстрее победили этих хохлов, бендеровщину. Ну что еще можно сказать? Счастье, здоровье и долгих лет жизни. Я закончу третий курс, поступлю на четвертый. Стану на год ближе к взрослой жизни. Сдам на права мотоцикл, на грузовик. Все это дело тебе приобрету. Буду ездить. В общем-то, как получится. Я ожидаю, что люди проснутся наконец-то и поймут, что происходит вокруг. С наилучшими пожеланиями, верой в будущее, и чтобы здоровье было всем. Всего хорошего. Как жили нормально, так и будем жить нормально. Будем осознавать свою эту российскую федерацию, эту независимость, ну, свою родину будем защищать. Всем здоровья. И здоровья, еще раз здоровья. Остальное все купят. Удачи на Украине. Чтобы там был полный порядок. Я желаю всем мира на земле. Хочу, чтобы у нас было советское образование и хорошая медицина. Здоровья! Всем желаю здоровья! Чтобы войны не было, самое главное. Улучшение жилищных условий, зарплатных условий. Да, чтобы наконец-то инвалидов подумали, а не выкидывали их. Мира. Самое главное, мир, чтобы не кончилось, и наших ребят вернули домой. Мирного неба над головой, чтобы было все в достатке. Люди жили в мире и были все здоровы. Хочется, чтобы наша страна вышла с этой передрягой сильным, закаленным и целеустремленным на благополучие народа. Не знаю, честно говоря, ничего хорошего не жду. Кажется, что дальше будет хуже. Судя по тому, как у нас прошел 22-й год, то ожидать можно всего чего угодно. Не знаю даже. От отставки Путина по собственному желанию до, не знаю, ядерной войны. То есть у нас сейчас все настолько непредсказуемо, что даже, не знаю, опасно, наверное, что-то ожидать. Но хочется, конечно, ожидать что-то хорошего. Хотелось бы, наверное, чтобы люди, которые несправедливо сейчас сидят, все-таки как-то вышли. Самое главное, чтобы Россия потихоньку поднималась. Хоть внутри враги есть. Бороться с врагами. Чтобы у нас было все хорошо, чтобы мы победили и жили круче всех в мире. Ну, вы знаете, я ожидаю увидеть хорошие здания, которые будут построены. Знаете, я много хороших вещей. Вот, в общем. Я за мир во всем мире, поэтому хочу, чтобы поскорее кончилось, чтобы все люди, которые живут в Украине, наконец-то вернули свои дома. Потому что они тоже, как и мы, у них есть свои семьи, дети. Они ни в чем не виноваты, это все политика. Поэтому охота, чтобы было все хорошо у всех. Ожидания таковы, чтобы все это прекратилось и был один мир. Счастье, радость и успех. Мира, мира над небом, да, и благополучие, здоровье. Вот. И чтобы было побольше добра. Так же и будет. Что еще? Чтобы не было войны. Мира, добра всем. Чтобы все будет хорошо, что закончится. И все у нас наладится в России. Ожидаю улучшения всего, изменения кардинальных в России, в истории. И все будет хорошо. Ожидать нечего. Живем в России, тут это... Сегодня... Думаю, как бы сегодня день прожить, а про завтрашний день ничего хорошего, я думаю, что ожидать нечего. Главное, чтобы все хорошо было, чтобы все были живы и здоровы, чтобы был мир, и все любили друг друга. Вот и все. Я ожидаю, что все мои цели... исполнится все мои мечты, что я добьюсь, чего хотела. Желаю, чтобы у всех был достаток, чтобы все были счастливы в 2023 году, чтобы мирное небо у нас над головой было, чтобы все было хорошо, мир без войны, чтобы все люди были счастливы и не знали бед. С наступающим!